Здравствуйте, приветствую всех на своем канале. Купил новый смеситель. Новая сопла 0,4 мм. Но проблема у меня, вот видите, везде побежал филамент. Везде. То есть его надо разбирать и снова собирать. Это смеситель для двойной печати. То есть можно смешивать цвета. Чтобы не занимать ваше время, я разберу, потом покажу дальше. Так, вот я собрал, все почистил, наверное, час времени потратил, все обратно собрал, закрепил, и сейчас будем тестировать. Вроде все выходит хорошо. Еще раз. По сторонам тоже все нормально, нигде ничего не выдавливает. Позже попробуем что-нибудь распечатать. Да, еще самое главное. Здесь стоит вот вентилятор. Я его сначала не ставил. Потом были проблемы с филаментом. То есть здесь нагревается, вот эта часть нагревается, трубка. Филамент тоже нагревается, и он не поступает в сопло. То есть он здесь забивает, и потом очень проблематично его вытащить. Я еле разобрал, поэтому пока поставил так вентилятор, а потом надо распечатать здесь какой-нибудь диффузорчик. Вот такой экструдер сделал, распечатал, пока крепление не сделал, и на изоленту прикрепил. Ссылочку на этот экструдер выложу внизу под видео. Вот так. Протестировать у меня не получается пока, потому что у меня сгорел драйвер шагового двигателя. Я заказал новые. Когда новые придут, потом буду тестировать. Поэтому всем пока. До следующего видео. Ставьте лайки, подписывайтесь.